Мои дорогие, мои любимые, да что-то я решила, блядь, не париться, не ходить пока никуда. Будем работать с тем, что есть. Вот я нашла, не нашла, а тут стояла, короче, кофе. Кофе, пакетики. Чайник есть, кружки есть. Куда я, блядь, пойду? Вот сахар даже есть, но сахар как бы мне и не надо. Целая коробка сахара. Мне не надо. Чайник есть. Что еще? Вода есть под крана. Сейчас налью, кипячу чаек, кофеек вернее, и пойду к бассейну отдохнуть. Я с утра уже, ну, блядь, я только в банк два раза сходила, я в банк сидела два часа, так ничего и не сделали, потому что после Курбан-Байрам все ничего не работает в Турции. Пойду я на бассейн. Кофе кофе возьму с собой. Так. О, работает. Что надо еще? В кружке с собой. Так, что-то какие-то треснутые тут на дне. Тут такая же. Ну и не треснутые. Ну, видите, такое керамика позорная. Ну ладно. Вот такие стакашки есть. У меня даже воды нет. У меня маслины есть, кстати. У меня банка есть маслин. Сейчас пойду к бассейну. В этом доме Айдат, годовое обслуживание, 500 лир. Так, Нескафе, 3 в 1, 3 в 1. Якобс, 3 в 1, 3 в 1, и, блядь, гурманы, Нескафе, 3 в 1, после тут все 3 в 1, да? Так, я поняла, ну давайте, давно я не пила такого кофе, ну, ой, ничего себе, я опустила кружку мыла и не вернула в камеру. Так что сделаем себе сладкий кофе. Это перебьет аппетит, а вечером поужинаю. Нормально. Надеюсь, найду где-то место поесть. Сейчас пойдем в бассейн. Так. Ложки. Смотрите, вот у них там в Турции, видимо, так заведено. Вот такие вот махонькие вилочки. На завтрак, видимо, ходят. Лялька. У нас в отеле вот такие же, когда я жила в Санвей отель, такие же вилочки. На завтрак давали, малюсенькие. Сейчас я... О, так надо волосы забрать. А, я сфотографировалась на такую, знаете, да? Сфотографировалась вот так вот. Такая жирненькая. Все. Турки здесь нет. Бесполезно покупать кофе такой растворимый. О, растворился. Я же два пакетика сейчас побольше сделаем кипяточку. И все, и пойдем сейчас на бассейн. Даже не знаю, на каком я этаже. Представляете, я забыла, блядь. Так, все. Вот эта вот ваза сломанная, представляете, она стояла вот здесь на столе. Я хотела ее убрать, и вот эта вот верхушка, ну, короче, видите, была приклеенная, она не отпала. И она у меня упала, и представляете, упала прямо на стул, и как-то удивительно, что она не разбилась. И стул какой-то, блядь, на ладан дышит, посмотрите. Вот ему, вот, ну, короче, ему пизда уже пришла этому столу. Ладно, все.
Так я вам сказала, да, что тут у меня все работает. Душ я приняла. Душ приняла. Ой, блядь. Душ приняла. И поняла, что скользко и, короче, блядь. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Какая разница? Здесь такая дверь. Ну просто. Ну короче, фигня не дверь. И вот эти вот какие двери. Дешмань. И в моей квартире какие будут. Видал? Ха-ха-ха-ха-ха. Дешмань просто. Просто дешмань. Ручка влажности. Хозяин квартиры. Иностранец. Скандинав. Так. Подожди, у меня какая квартира? 7-я. Наверное, еще, блядь, так не ходили в этом. Так. Ноль. Бассейн. Ага. И... Вот жизнь, а? Вот жизнь. А, я, оказывается, живу вот на втором этаже. Вон мои синие штаны висят. Так, вот здесь бассейн глубокий, это я вижу. Так, глубокий, вон там мелкий. Насколько глубокий, здесь разметки нет. Лесенка хуйня, как во всех бассейнах. Что за звук? Так, ключики. Двор турецкого дома. Пятьсот турецких лир. Айдат. За год в этот дом. Сейчас я управлюсь. Здесь кажется тоже, что глубоко. Там стоишь, там кажется глубоко. Здесь стоишь, кажется глубоко. Так, секундочку.
водичка теплая такая. Вообще распрекрасно. Ой, бля, так тут глубоко. Ай, здесь глубоко. Вот это да, вот это уровень жизни, да, я понимаю. Так камеру поставила, блядь, плохо. Надо было вот так поставить. Чисто идиотка, да? Ну, а неплохо. Ну, неплохо живу, счастлива. Да? Вон мандарины растут. Ой, горяченький еще. Пойду еще сплаваю. Ой. Ой, ну неплохо, слушайте, неплохо. Мне бы сюда еще интернет, как блогеру. И вообще просто шикарно. А что хочу сказать? Что хочу сказать? Мандарину покажу. Шлепки мои. Увидим мандарины. Мандарины прям растут. Рука дрожит, блин. Так. Это надо же, какой глубокий. Щик-щик-щик-щик-щик. Чего хочу сказать? Я сейчас пойду туда, в город. Домой зайду, обсохну. Телефон у меня пока заряжается, пока то и все. Буду искать этого, как его зовут? Интернета у меня же тут нет. Эти мужики скрылись с балкона. В доме вообще никто не живет. Ну, вот видно по дому, что по балконам видно, что никто не живет. Помните, я ездила в этот, в Махмутлар, к девчонкам, туда, в горы. Там зажегся вечер. Люди же включают свет, да, ведь? Вы же понимаете, что включают? Из огромной девятиэтажки, огромной, 4 квартиры горит. Здесь тоже никого нет. Если этот дом иностранцам принадлежит, то из-за коронавируса они никуда не поехали. А нам, русским. Нам, русским, вообще все по боку. Хорошо живу. А то что не получается? Тут чалится. Надя сказала, что у меня, что топу я получу на следующей неделе примерно в среду. Сегодня понедельник. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Через 10 дней. Я здесь буду 10 дней жить? Ой, блядь.
Надо хоть пойти тряпки купить, прибраться дома, пол помыть. Я проверила все ящики, там тряпок нет. Можно, конечно, эту просто не разорвать. А слушайте, я кофейку так хлебнула сладенького. Так у меня это, настроение-то улучшилось. Сейчас подзаряжу телефон, но по-любому найду дорогу. Как отсюда выйти? Надя говорит, что это район Балык-Базара. Но так как мы ехали, тут везде же одностороннее движение, так как мы ехали тут, фиг знает сколько объезжали. Вот реально, фиг знает сколько объезжали. Когда, вот которую квартиру я свою выбрала, я тоже думала, это гораздо, гораздо дальше. Когда идешь напрямую, а я сейчас пойду вниз, 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 и по-любому выйду. Конечно. Тут, если честно, разобраться, Алания так это вообще маленькая, с горошинку. А дорога к морю, она всегда вниз. А уж у моря-то я разберусь. Одену сейчас удобную обувь и пойду. Пойду еще сплаваю. Меня видно или нет? Нет, да? Ой, блядь, я мастер настраивать камеру. Я зачем ее поставила-то поручнем? Поручнем. Я внутри ебнутая. Вот же как надо было поставить. Ну, раз вы этого не видели, моего заплыва, поэтому я еще раз сплаваю. Специально для вас. Седьмая квартира, да, у меня? Вроде седьмая. Ой, хорошая моя, любимая. И кофе допила практически. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Здравствуйте. А вы русская? Не русская, да? Все. А, из Финляндии. Финиш, да. Одна единственная женщина на балконе. Ла-ла-ла. Похоже, дело с ними бухать буду вечером. Покажу дом. Надо же, какой глубокий бассейн, а? Это надо же. Там горы. Ну-ка, фокусируйся. Как бы не подскользнуться. Вот смотрите, калитка. Калитка.
Ну, собственно говоря, вот у меня этот, вон балкон мой. Здесь синие штаны висят. Так, все, я пошла. Сванье Синан Фатих Абдулла. Бакс. Ага. Так. Вот. Так. На каком этаже? На втором, да? Ага. Что, мы не поедем? Поехали, слава богу. Ну, короче. Накупалась в бассейне, иду домой. Давай, открывайся. 5, 6, 7. Так, если я открывала квартиру, этот ключ. Блять, все отпало. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Так, все. О! О! Короче, все, блогер домой пришел. Пошла обмоюсь. Очки сюда свои положила. Пошла обмоюсь. Да, это... Пойду. Так, так, так. Надо тряпки купить, помыть тут все. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Включаешься, нет? Включался, я уже включала его. Батарейки, что ли, сели? То, знаете, многие говорят, мы купили в Турции квартиру, там даже статуэтки стоят. Все в картинах, все в статуэтках. Ну такая хрень, вот такие статуэтки, они нафиг не нужны никому. Русский есть канал? Понятно, не работает нихуя. 23. Короче, я изломала этот... Я так в отеле тоже изломала. Ну? О, работает. На арабском, да, что-то? Ну, короче, все. Мои любимые, пока. Я пока тут обитаю.